Хай-хай-хай, дорогие друзья! Королева российского спорта! Финал на дистанции 400 метров с барьерами! Полетели! По восьмой дорожке побежит Валерия Шехворостова. Елена Зуйкевич, дорожка номер 7. Дарья Тихонова, дорожка номер 6. Кристина Вершинина примет старт по пятой дорожке. Чемпионка страны Эмилия Тангара, дорожка номер 4. Ирина Баулина, дорожка номер 3. Маргарита Головчанская по второй дорожке. Ольга Викторова, дорожка номер 1. Все внимание на четвертую дорожку. Бежит Эмилия Тангара, чемпионка России. Эмилия Тангара перед выходом на финишную прямую явный лидер. Кристина Вершинина на второй позиции. Эмилия Тангара становится королевой с личным рекордом 56-13. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.